Наша комнатка нас ждала. Зайра уже наверх сходила. Что там наверху, Зайра? Изменения есть какие-нибудь? Подвинуть поближе. Шкафчик. Там очки должны быть. И всякий пакет. Есть здесь очки? Да. А, здесь есть, оказывается, этот кейт. Я еще принесла. Там. Мои убежали, пока я вещи распаковывала. Аслан сел на велосипед. И, скорее всего, на соседней улице. Так. А я не могу спокойно сидеть, когда я их не вижу и не слышу. Да-да-да, граната будет здесь. Пока еще никого нет, видите? Все дачи закрыты. А, все, слышу Аслана голос. Олеандрик цветет вовсю. Вон там бугенвилия красавица. И этот заброшенный дом. 10 лет я сюда приезжаю, 10 лет он так стоит. Ага. Чалыясунус, Анне. Ворует. Адама бежит, где мне китоплю, это дедем без топлю, это дедем. А теперь топлю, дедем, дедем, сона, я не топлю. Demek millet topluyor. Arabayla gelmişler. Ha. Topluyorlardı. Vinagradnye listi для sarmı. Ben gideyim bakayım bunlara. Ha, evet, şimdi duydum ben de. Сегодня погода у нас такая. В Измире целый день вот такая была серая погода. Погода, но тепло. Здесь всегда бывает прохладнее, чем в Измире. А, вот они, вот. Зейра, солнышко, ты куда уезжаешь? Солнышко, ты на свой велосипед почему не села? Что? На велосипеде не хотела? А я на велосипеде. Ты на велике приехал? Я хочу показать круг, как делать. Но я не круг можно оттуда. Круг можно вот так тоже делать. Там же тоже есть дорога. О, эту дачу продаю. Поехали за Зираской. Давай. Не холодно же тебе? Я сочу, у меня тут есть корзинка. Да, туда можно бутылочку с водой класть. Я сочу, у меня еще можно телефон. О, это... Что-то она там застряла, подожди. Опа, давай, вперед. Ну, в этом году еще никто не пришел ухаживать за своими дачами. Видите, все заросло. А нет, вот эти уже постригли заборчик. Мне нравится эта дача. Бело-голубом цвете. А и вон еще. А, вон в угловой даче есть люди. Мы тут не одни. Этот велосипедом тяжело управлять. Это гранаты. Зира, я тебя подтолкну. Отойди, Аслан, спереди. Отойди, мам. Давай. Сюда, поверни руль. Давай. Я
какие гонки? Она на тракторе, который ползет, а ты на велосипеде. Гонки мы с тобой сделаем потом. Я на велосипед тоже сяду. Дядя Мурат колеса надует. Ты тоже хочешь? Ты на тракторе будешь или тоже на велосипеде? Нет, на тракторе. На тракторе далеко не уедешь. У тебя есть секретное место? Сколько кошек? Вот такой олеандр. Они разные. Двух видов бывают цветы у них. Эти такие на пиончики похожи. Бывают еще как колокольчики. Вон там начали новые дачи строить. Там была пустота. Как она пахнет. Гранаты. Ну? Давай, давай. Устала? Ё-моё. Ё-моё тоже знают мои дети. На этом ютубе что только они не узнают. Давай. Прят. Блин, я застряла. Прям таки блин. Сзади идти? За мной. Хорошо, давай, езжай вперед. За мной. Давай. Сейчас оповерну туда. Не направо, налево, за Асланом поворачивай. Нет. Да, налево. Нет, я слышу. Там хорошей дороги нету, чтобы кататься на тракторе. Налево. Нет. Зейра. Налево. Налево, Зейра. Давай. Вот тоже олеандр в виде колокольчика. Мне нужно вообще-то направо. Зейра, налево. Ну, давай. Вот новые дачи строят. Секретное место здесь где-нибудь поближе к дому найди себе. Еще дальше нет у тебя секретного места? Давай. Одним девочки не гуляют так далеко от дома. Давай. Давай, жду. Давай. Сейчас твоя тоже зарядится немножко. Зейрашка, сзади садись. Зейра, сзади садись, Асланом. Садись. Садись, баба. Солнышко, садись, он тебя покатает. Садись, покатай. Пирожда. А мне нужно на свое секретное место. А там показано, потому у меня есть день рождения. Мы завтра пойдем на твое секретное место. Сегодня ты одна не иди туда. Почему? Потому что ты маленькая, бабал. Сейчас темнеет. Кто-нибудь чужой тебя заберет. Нет. Кто из нас взрослый, Зейра? Ты или я? Никто. Никто, да?
какая она упрямая, непослушная. У нас воскресное утро. Аслан залез. Снимаю тебя, снимаю. Это наше дерево алчевое. Но алчи очень мало в этом году. Я сняла тебя, мамина мой, сняла. Асланчика, лицо все покусанное комариками. Покажи. Потом покажу тебе видео. Слезай, мамина. Покажу, покажу. Зайрашка катается. Вчера мы с Мурадом чистили вот этот вот участок. У меня болит все, пальцы, руки. Это просто, просто звездец. Ай, мамина. Вечером едем домой. Дай ручку. Спрыгивай сюда. Не бойся. Все, покажу я тебе видео. Сейчас. Сейчас? Подожди. Вчера дети ходили на море, но вода была прохладная. Сегодня тоже прохладная, к сожалению. 27 градусов здесь. Я сам вот сюда присел. Залез, да. Вот. А, с моря тоже, да, сам Аслан пришел домой. Вот такие вот дела. Так что на море вы пока не получается сходить. Я ничего не поняла, баба. Что случилось? Как дюба. А? Аслан, аккуратно на сестру не прыгай. Мамина, я все сложила. Так, а где твоя машина, Зейронь? А? Где твоя машина? Ты бы ее притащил? Жучка, щучка. Что за жучка, щучка? Ты притащила ее? На зарядку поставила? Нет. Почему? Жучка, 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 жучка. Устала? Устала. Я ее долго тащила, поэтому. Беда. Жучка, 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 жучка. Я не слышала. Я бы на тебя вечера. Пришли к морю, вода холодная. Вчера дети тоже ходили к морю, на море с тетей, но в воду не зашли, потому что холодная вода. И сегодня тоже вода холодная. Искупаться пока невозможно. Где здесь Ольга спит? Ну так, ножками в воде постоять можно, но купаться нет. И здесь еще такой ветерок прохладный. Смотрите на кожу. Ты куда? Не знаю, куда-то залезает. Асланчик весь покусанный комарами. Я думала, еще рано для комаров, но нет. В первую же ночь моего сына покусали. Да. Вот сядь, где Аслан, Зейра? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Кто-то здесь свою сумку оставил. Сети здесь, что-то такое. Какого-то рыбака сумка. Да, вот так, когда стоишь, ножки привыкают. Но нет, тело лучше не загружать. Мои все такие по пояс залезли в воду. Я полежала немножко. Вот, у меня сгоревшая спина и плечи, так как... Вчера, я же говорю, мы на участке работали с Мурадом, и было солнце, естественно, я сгорела. Вот, поэтому булкой прикрыла. Как-то так. Аслан побежал домой. Зейруня, догоняй. Сейчас я их искупаю. Вот, поужинаем, и вечером мы домой. Потому что мои левые лаки больше двух суток.
Одни не остаются. Ну, я их от них не оставляю больше 2 суток. Мне кажется, 2 сутки достаточно для них. Вот, по-прежнему никого нет на дачах. Никого. Тишина. На ту сторону мы даже и не пошли. Зайруня, догоняй давай. Заловкина машина. Там идут работы. Кто меня давно смотрит, наверное, помнит. У нас там был через дорогу магазинчик, бокал, куда мы ходили постоянно за хлебом, за мороженым там, и так далее. Бокал убрали, его теперь нету с этого года. И обещают, что там какой-нибудь супермаркет сделают. Было бы очень хорошо, потому что в супермаркет нам ездить приходилось ну, далековато, минут 10 ехать. А в этом бокале все было втридорога. А в супермаркетах хотя бы бывают фиксированные цены и выбор большой. Тут было не из чего выбирать, и берешь то, что есть. Ну, как-то так. Тишина, тишина. Аслан, интересно, помылся? Здесь тоже почистили все. Такие заросли были. Вот эти заросли, которые мы почистили. Аслан души. Я слышу. Хо-хо-хо! Бен де оле дюшинердум я. Хорошая идея. И фикер. Аслан, ты здесь? Я сду душевой. Здесь душевой. Где мы моемся? Мамина голозопик. Сейчас я полотенце. Всем привет. Сегодня первое видео. На сегодня вообще первое видео. На ужин нухут с овощами. И готовлю кексики, маффины. Решила попробовать сделать. Там у меня первая партия. Посмотрим, как получится. Ну, уже поднялись там во все. Вот эти 2 крайних, которые пышные, они с красителем. Я желтого цвета попробовала сделать. Они такие пышные получились. А эти все обычные белые кексики с шоколадными каплями. И следующая партия немножко будет кофейные. Здесь внутри орешки и изюм. Как-то так. Дети здесь. Вот мои бандиты. Мама, тихо. Разбросали все, что можно. Почему? Невидимые монстры? Да. А как вы их увидели? Это привидение, он не видел. А ты как их увидела? Невидимых. Это привидение монстров. Подожди, а как ты поняла, что они там есть? Они очень маленькие, невидимые. Маленькие? Мама! И ты их увидела? Да. Они могут только слючить и сопить. Мама, это тоже пахнет. Они тоже и... Вкусно пахнет. Только ты весь парфюм не закончи, сынок. Только если они укусят людей, то они тоже одинаковыми станут. Такими же маленькими и невидимыми? Да. Почему станать, если это потом уходить быстро? А куда мы уйдем быстро? Ты вообще в трусах. Куда ты пойдешь? Оденемся быстро. Если сюда, если... Куда мы пойдем? Не знаю, у нас больше дома нету. Ну как я оденусь? А тут же эти. Эти? Эти ключи маленькие. Еще тут есть огромные. Экшен? О, Господи, кто все эти такие? А только они не видят. Мама, посмотри, какой я сильный. Ну ты у меня вообще силач. Вот сейчас, если покушаешь, вообще станешь сильным. Солнышки вы так и не разобрали, что вам нужно, а что нет. Нельзя. Я молчать должна? Давай.
Да! Это не я. Услышат. И что будет? Иди сюда. Да! Аслан, тут какие-то невидимые, не знаю, эти. Эксены какие-то. И что? Здесь никого нет. Они там на улице. На улице? Ну пусть на улице и сидят. Мы у себя дома. Они же могут людей укусить. Если что, будет палки. Если что, кого кусают, то тот становится таким-то. Угу. Так, я сейчас поеду на кухню, посмотрю, как там у меня. Пизда, я не могу. Солнышко, Аслан, разберись с этими, пожалуйста. То, что тебе нужно, сложи вот сюда. Остальное я все выброшу. Нет. Да. Ой, вот они, мои кексики. Кофейные, точнее, с какао. Желтенькие. А эти остальные все беленькие. На эти. Зейра Аслана закручивает. Это Ваня будет. Давай. Зейра, ты отскочить успеешь? Все, Зейра, все, брак. Зейра, брак. Еще. Там, не надо больше. Все, по одному разу хватит. Хорошо, пять, еще один раз сделай. Два раза. Пять раз. Нет. Ты это елки-палки откуда услышала, Зейра? А? Это в интернете узнала. Только сама не плюхнись. Все, отпусти его. Это что было? Всем привет, мои зрители, подписчики, мимо проходящие. Мы сегодня с детьми и с мужем пришли в гости к моей подруге из Дагестана. Она перебралась сюда в Измир со своей доченькой. Пришли, и она нас будет угощать очень-очень вкусным дагестанским ужином. Вот. Дети мои бесятся, конечно. Вот я боюсь, что они разнесут, но им же никто не указ. Град! Это град, это не дождь. Град идет. Кусочки снега. А буквально полчаса назад было солнце. Я вам сразу же до Аргенешнили. Ага. Вот сюда упал кусочек. Да. Мама, а мама только скрыть. Да, мама, баба, скрыть. А мама, мой носочек. Мама. Заходите, здесь мокро. Идем, баба. Нет, не надо. Можно с комнаты, с кухни посмотреть? Давай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это мы в школу собирались. Я их одела в летние платьица, в шортики. Сейчас. А тут? Переодела уже заново. А я вот сюда полозу кусок. Он же растает. Это же лед. Всем привет. Детки мои в школе. Как вы видели, я снимала с утра у нас, точнее не с утра, а где-то к 11 часам у нас был такой ливень и град.
а буквально через час вышло солнце, и все нормально, как будто дождя и не было. Ну, в принципе, для Измира это нормальное состояние. Здесь погода вот так может спокойно смениться. Я уже детей жду со школы и готовлю кушать. На ужин у меня сегодня экшели кёфте. Так, здесь у меня варится. Здесь у меня морковь, картошка и вот такие вот кёфтешки маленькие. Кёфтешки, фрикадельки. Здесь мята, кумин и немножко острого перца на сливочном маслице томятся. И вот здесь вот яйцо одно, йогурт, немножко муки и лимонная кислота. Здесь еще чеснок. Вот это я буду добавлять сюда, потом вот эти приправы и все. И очень вкусное блюдо готово. Сюда надо кипяточку добавить, оттуда бульон смешать, а потом потихонечку добавлять кастрюлю. Вот так вот. В основном никаких, абсолютно никаких новостей, никаких изменений. Я сегодня целый день дома, даже в магазин не вышла, хотя мне нужно выйти обязательно в магазин. Прилегла отдохнуть, пока там мои в салоне. И вот эти мои чудо, пришлось с мамой лежать. Он любит возле мамочки лежать. Он и спать приходит ночью ко мне. Чуть-чуть поспит. Всю ночь он не спит со мной. Чуть-чуть поспит, потом уходит. Чуть-чуть потом поспит еще. Потом опять уходит. Да, мамин мальчик? Он стал более нежный, более ручной. Он сам приходит за лаской. Не уходит, когда его вот так вот гладишь. Раньше он уходил, ему это нафиг не нужно было. Сейчас он стал более нежный такой. Бубосечка. Мамин мальчик. Любовь моя. Добрый утро. У нас 9:30 утра. Я иду в пекарню за хлебом, за булочками. Дети давно встали, конечно же. Муша спит. Сегодня у нас нет ни дождя, ни ветра. Вроде хорошая погода. Ну, с окна, по крайней мере, так наблюдалось. Вот. Но лето у нас еще не наступает. Раньше, например, в такое время уже можно было спокойно купаться, загорать. Ну, чешме я имею в виду. Сейчас прохладно. Завтра суббота, воскресенье, послезавтра, да, и суббота-воскресенье такие вот пасмурные дни. Тара-тара-тара-тара. Сегодня у нас какое число? 24 мая. В Турции дети учатся до 14 июня. Если кому-то интересно. Закрываю. Всем привет, мои хорошие. Это я и моя немытая посуда. Да, представляете. Вот это отправила детей в школу с мужем. Навела порядок, вот осталась только посуда. Голубикуила. Я такое ощущение, что застряла. Сейчас принесли посылку. У меня Зейра. 2-3 дня, наверное, знаете, без остановки говорила о каких-то маркерах. Радужные маркеры, мама, я хочу радужные маркеры. Честно сказать, я не очень прям так обращала внимание, потому что я только недавно купила ей набор фломастеров. Набор, 1, 2, 3 набора разных, 4 набора разных карандашей и набор фломастеров. И я всегда покупаю наборы не где по 6, по 12 штучек бывает, а по 24, чтобы были разные цвета. И вот так как я купила 5 разных наборов ей за последний месяц, я как-то не особо обращала внимание, что она говорит. Но она заладила, честно, постоянно маркеры. Заказала. Вот сейчас пришло
3 дня назад я заказала, вчера, позавчера, сегодня третий день. И она вот эти 3 дня. Мама, когда придет? Мама, когда придет? Мама, когда придет? Мама, сегодня какой день? Вот сейчас они пришли, пришли, надеюсь, моя зверуня будет довольна. Это какие-то двусторонние маркеры. С этой стороны вот так. А, не падай! С этой стороны такой. Прикольно. Эти дети что только не найдут. Ей надо было именно, чтобы вот в чемоданчике было. Вот она увидела в каком-то из магазинов, я не знаю. И все. Ну все, сейчас моя дочь будет довольна. Придет со школы и будет рада, мое солнышко. Всем привет! Я в школу со своими динозавриками. Что я сегодня делала целый день? Немножко навела дома порядок и проспала 3 часа. Вот так вот. 3 часа дала себе поспать. Чувствую себя просто офигительно. Что нужно для счастья женщины? Покой, тишина и сон. Больше ничего, мне кажется. Ай, солнышко, солнышко, солнышко слепит прямо в глаз. Сегодня муж не успевает забрать детей. Он в совсем другом районе города. Дядя Мурат тоже занят, и поэтому приходится мне идти. Ну, хотя мне и нужно было в школу пойти. Мне нужно там поговорить кое с кем. Вот, поэтому... Топаю. Пешочком до нашей школы я дохожу за 10 минут. Ну, если идти медленно, 15. С детьми, если идти, полчаса. Будем вместе рисовать. Что, маленький? Не бросаем. Солнышко, зачем ты их разбрасываешь? Оттуда я хочу их доставать. Они двусторонние. Достаточно тебе фломастеров теперь, маркеров? Да. Что надо сказать? Мама, а что тут спасибо. Такой большой? Рисуй на радость. А что тут такой большой? С одной стороны толстенький маркер, с другой стороны тоненький. Почему? Ну, такие они. Слушай, вот только мама у нее за чуть-чуть остается. Да. По-моему, у нас куча говно. Я сейчас лепить даже еще и пищуйки. Не надо грызть мои майки. Что ты все время нюхаешь и ищешь? А? Что? Осторожно с пластилином возле нее, Аслан. Мой маленький милячка. Мой маленький милячка. Это любовь. Любишь ее? Да. Как ты ее любишь? Я все. Какая красота, Зира.
Мама, я кинулась съем. Посмотрите, моя дочь закрасила своими новыми маркерами. Какая красота. Мама, лаки хочется закрыть. Ну, я же не даю лаки. Я положи попала. Очень красиво. Ой, я. Можно мне мочить? Убедитесь. Пожалуйста. Ты почему, мама, обличилась? У меня не обличилась. Потому что мама ее кормит, за ней все делает. Мама ее гладит что, все время. Вот так. Что, поэтому. Ну, давай, вот. Оближи со всех сторон. Мама, я хочу... Когда лень готовить, я делаю вот так. Заказываю пиде. Так, это с мясом и сыром. Такую дети уже не хотят. Дети хотят вот такую. Просто с сыром. Вот так вот. Будем сейчас кушать. Всем привет! Сделала сегодня наши орешки. У меня была орешница, которую я покупала еще лет 5, наверное, назад. Вместе с мантышницей. Мама, я сделала зеленую. Зеленая стала. И вот первый раз сегодня сделала. Чуть-чуть кривенький, но ничего, главное вкусный. Внутри вареная сгущенка у нас внутри и грецкий орех. У Асланчика упал один верхний зуб. Покажи. Нет, и зубика у нас. Еще два шатаются, но никак не упадут. Я хочу, чтобы вы попробовали орешек и сказали, ну как вам на вкус? Мама, мой плачет, падает. Ой, зима меня пройдет, солнышко. Здесь, здесь, стой, я хочу твое лицо видеть. На эти лица. Как будто я им отраву какую-то сказала кушать. И что? Не понравилось, Зейра? А тебе, Аслан? Зейрашке не понравилось. А тебе? Понравилось? Ты сперва дожи, ты что, Артур? Так понравилось или нет, Зейра? Не понравилось. Лишь бы маму не обидеть. Подождите, я вам сок дам. О, сок услышала, сразу вернулась, да?